«Вкусное местечко» – так называется столовая в школе-интернате номер 26. Название выбрано не случайно, кормят здесь и правда вкусно. Это отмечают и учителя, и родители, а самое главное – дети. В меру к обеду дают вкусный борщ. Он, ну, много кто его любит, и в том числе я. К примеру, даже сегодня к завтраку давали гречневую кашу. Она тоже всем нравилась. Рацион у школьников разнообразный. Свежие фрукты и овощи, мясо, крупы, супы, соки и молочная продукция. Это и многое другое дети из школы-интерната едят ежедневно. За питанием внимательно следят родители. Каждый день они контролируют качество и приходят на дегустацию. Ой, на мой взгляд, здесь настолько все разнообразно. И салаты присутствуют, и первое, и второе. Ну, это что касается обеда. Мне кажется, мы даже дом так не готовим разнообразно, как кормят детей в школьной столовой. Выиграть в региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая» помогли тщательный подход к работе и высококвалифицированный поварской состав. Для участия в соревнованиях необходимо было предоставить портфолио с фото и видео тех самых столовых, а также репортаж с особенностями сервировки. Ко всему прочему прилагались технологические карты, документы, подтверждающие квалификацию сотрудников столовой и меню. В этом году мы впервые участвуем в конкурсе «Лучшие школьные столовые». Летом мы провели масштабный капитальный ремонт. Столовая и пищеблок полностью отремонтированы. Кроме этого, мы купили новую мебель, а также современное новое оборудование. Собрали все материалы, все портфолио, фотографии и... Конечно, был для нас неожиданностью, но мы заняли в региональном конкурсе первое место. Следующий этап для победителей – всероссийский конкурс. Сейчас коллектив школы ждет информацию о прохождении в полуфинал. Он, как и финал, пройдет в Уфе. А вот суперфинал и награждение победителей будет организовано в Москве. Почему мы и стремимся участвовать в этих конкурсах? Первое, конечно, проверить и опыт работы образовательных организаций Ульяновской области, показать себя. Но и второе, в рамках конкурсных мероприятий всегда очень много приобретают конкурсанты именно по обмену опытом. Помимо городской школы, в числе победителей и сельская канадейская средняя школа Николаевского района. Конкурс «Лучшая школьная столовая» проводится для улучшения качества питания, обмена опыта и пропаганды здорового образа жизни. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.